Буэнос диас, мис керидос амигос, ядерный рассвет на зарет ваш экрана, это значит у нас сейчас и Ерехон. Дайте угадаю. Наверное, Маркус пойдет искать этот злоебучий Ерехон. Ну что, кто мы такие, чтобы ему мешать? Поскакали. Некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроида. Мелочи не будет? Так, желтое какое-то. Ну, бред ведь. Конечно, до созвона. Извините, пардон. Так. Куда-туда. Нам тунды. А, он второй символ. Так, за забором. Так, туда пробраться не вариант, там колючая проволока. Хуяк, и там. Это сюда. О,
Дырка наша. Так, на коне. Так, добраться до крыши. Интересно, блять, как? Так, два символа увидел. Где, сука, третий? А, вот он. Спаркл или что-то в этом духе. Хуя. Так, теперь надо забраться внутрь какого-то ебучего здания. Хуяка там. Фитос. Так. Сюда.
Иерихон. Да ну нахуй, это корабль, что ли? Вот, сука. Так. Хм. А это мысль. Что если попытаться забраться на кран? Да уж, конструкция не сильно из прочных, но тем не менее. Хуяк стояк. Буль нахуй. Не сюнды. Ахуй. Блять, какой-то хоррор, нахуй.
Ну уже, блядь, где-то щель. Так нужная мне. Где же эти щели? В которые спрятались все. Завал ебучий. Ой, ёпта! Сука. Вот, блядь. Сука, я так и после амнезии кирпичами не срал. Ты, блядь, ай, бля! Еще одного падения мне только не хватало. С неба упал. О, май фукинг гад. Иерихон здесь. Ну что ж, хоть один попал на Иерихон. Ладно, хер с ним. На этом, наверное, будем финишировать. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Луис, пиписька. И до скорого. Адьёс, братва. Увидимся в следующей серии.